Друзья, перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка будет в описании под роликом. Зайдите, там много интересного. Сегодня, друзья, к нам пришла очень трагическая и траурная новость о российском телеведущем Владимире Познере. Многие из нас были большими поклонниками и фанатами этого ведущего. Смотрели его программы с большим удовольствием. Сегодня на одном из российских сайтов еще ночью была опубликована страшная новость, в которой говорится, что ночью в одной из больниц города ушел из жизни российский телеведущий Владимир Познер. Мы были шокированы этим известием, ведь только недавно мы смотрели телепередачу с его участием. На данный момент больше пока никакой информации нету, друзья. Является ли эта новость фейком, либо это все правда, мы пока еще не знаем. Мы созвонились с друзьями и знакомыми Владимира Познера, но те пока ничего не хотят комментировать. На данный момент мы следим за развитием событий, мы пытаемся узнать всю правду. Когда мы все узнаем, мы обязательно сообщим об этом вам на нашем YouTube-канале, друзья. Поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск на нашем канале. Будьте с нами, друзья, и будете в курсе всех новостей в мире шоу-бизнеса.